Короче, тело там лежит. Ну вообще, я тут пока ехал, они уж человек 5 убили, наверное. Судя по звукам. Твою мать! Ну как я так попался? Да, все, у меня колеса нет. Правое заднее колесо ушло. Блин, расслабился. Ну что я могу сказать? Сейчас, ребята, оно все решится. Да нет, я так далеко не уеду. Мне к левой стенке бы чуть-чуть еще, чтобы я, если когда буду выходить из машины, чтобы я за ней появился. Но не получится. Сейчас я вылезу. Хотя бы машину довернуть надо. Смотри, стоят, ждут хладнокровно, да? Петушки. Я сейчас выберусь, я вам такое покажу, вы меня охренеете просто. Запомните этот ник. Ладно, была не была. О, ништяк. Ништяк. Все, вы трупы, мать вашу. Давай вылазь, где ты там? А, вот и. Все, спать. Хорошо, где твоя подружка с длинными косичками? Зомби сейчас мешаться будут, зомби. Дать. О, того убьют, он еще живой. А что это мы тут делаем? Ах, в ногу попал. Да падай ты уже, ну. Все, уехал. Твою мать, эти зомби, бляха-муха, меня сейчас могут убить. Ау, ау, ау. Того я не убил, того я оглушил, его зомби дожрали. Ну, нормально, не засчитали мне еще одно убийство. Вы понимаете, это убийство. То есть вот эти люди, которые меня сейчас собирались убивать, они якобы невинные игроки, а я бандит. Ну что, черти, получили, что хотели. Адреналинчик в крови. Пипец, я расслабился. Давненько у меня хорошенько так никто не стрелял. В основном стреляют из мелкашек. Я их давил просто. А тут вот оно что. Настоящая засада. Жалко, что вы криворукие. Да я даже не знаю, что с вас брать. Блин, что я с колесом-то буду делать? Так, ладно, погнали. Будем надеяться, никто нового не вылезет. Ау, ау, да что ж сегодня за день-то такой? Все, не слава богу. И ничего, сейчас выберемся отсюда и полечимся. Колеса-то, я думаю, нормально свинтятся. А вы знаете, что я сделаю? Если он на ходу, он должен быть на ходу. Я сейчас его подведу прям туда. Хотя не уверен, что он сейчас ездит, потому что они машины решатят знатно. Не знаю. Ну, едет. Ништяк, нормально. Отстойный аппарат, кстати говоря. Всем ветрам открыт, со всех сторон прострелить могут. За такие бабки, за которые его продают, мог бы быть и получше. Чувак, чья это машина, извини, но мне сейчас она нужнее. Ты все равно мертвый. Давай. Мы тут не пролезем. Ну, хотя бы поставить надо будет нормально, чтобы в случае чего, если кто прибежит, чтобы машина меня прикрывала от него, пока я с нее колеса буду свинчивать. Так, ладно. Сейчас полечимся. Давай, давай, родной. Устроили тут заваруху, да? Ну, ребята, реально просто получили, что надо было. На что напрашивались, то и получили. Так, хорошо. Свинчиваем колеса. Ну, в принципе, любой подойдет, но лучше бы это... Ах, не повезло. Так, один из четырех обломался. Давай второе колесо. Место хреновое для ремонта. Ужасно хреновое. Да, меня там неплохо так покусало. Еще одно колесо отлетело. Отлично. Мы отсюда, походу, не уедем. Уже два колеса сломали. Давай, родная. Давай, вывози меня. Давай. Твою мать. Все три колеса, которые попытался снять, сломались. Ну что, последнее колесо? Ах, давай с Богом, давай, давай, родная, давай, мы же сейчас оставим, а то БРДМ здесь. Это все, значит, потеряли. Давай, давай, пожалуйста. О, ништяк. Ой, спасибочки. Давай. На самом деле, это было ожидаемо. Я очень расслабился в последнее время. Спокойно ездил по взлетке, по тому подобному.
на группировке так я боль не нарывался, потому что, ну, несколько раз нарывался, вонишь всякую. Но они умирали, но все равно как-то расслаблен был. Да блин, я отсюда залезу, только, наверное, за стрелка. Ну ладно, давай отсюда на водительское. Все, погнали отсюда, топим. Ну что, короче, что я хочу сказать. Ублюдки получили свое, а мы ушли. Маленько расслабился, нужно это прекращать, нужно действовать более аккуратно. Но в целом все прошло как надо. Все прошло как надо.